А снова с Московки ФПС туда в аниме, выходить? да. Но только не забывайте, что пехота может переплыть, просто обойти. Где-то в других местах ждать. Как правило, ждут нас на мостах и Вот возле них. черный восклицательный знак. Грузовики. Да ладно. Но если что, это Черный же ДМ. восклицательный знак БТР. Это вот где краб находится, и там кто-то с ним еще из пехотки. Общее выделение. Слушай, а мы как Вот. поедем, Паш? Мы А сейчас мы. решим, я объясняю. А То мы есть что там? БТРу надо погрузиться, всем толпой грузится БТР, кто там рядом с ними, приехать к грузовикам, чтобы грузовики открылись, и мы могли ехать. Если БТР не приезжает, грузовики открываются по фристайму, там сколько-то минут, а в это время метка ромбик зачеркнутый внутри, где Верос поставил. СПН. Видите же, да, там синенький ромбик. Там СПН, он едет к нам на грузовики. Грузовики должны красные уничтожить. То есть желательно, чтобы Беттер приехал. А я что не Нам понял, нужно да. просто приехать или что-то там делать еще там? Вы приезжаете, и вот мы должны решить, как мы с этого места едем в синий нижний круг большой овал. А мы сейчас лес пойдем, что ли? По приезду Беттера срабатывает какой-то там триггер, что ли, да, Да, рабочий он их целый грузовики? открывает, да. СПН это вражеский. Да. Но он же на железках, на ЖД путях стоит, и там у них есть УАЗ с ДШК. Ну там народу человек 6. То есть это, в принципе, такая существенная сила. Я предлагаю после грузовиков уйти по просеке, а точнее по ЖД до берега, и потом до берега идти на юг. И переправиться в Протвино. То Или есть там мы нельзя? на карту заходить не можем. Да, А, там там закрыто танки вражеские. То есть я должен быстро сесть грузовик, собраться с духом и поехать к вам, до Бендера. Ну, Ну значит, все, мне даже можно не просто по ждать. ЖД, или это слишком очевидно? Чего вы не хотите обратно ехать так же, как и Да, кстати. туда? Что До там? военной базы, а потом от военной базы через, скажем, через лес там как-нибудь до моста доехать автомобильно. Просто надо решить автомобильный, железнодорожный мост или дамбу, где мы будем переправляться. Дамбу. У Дамба них очень есть открытая. противотанковые мины. На дамбе у них стоит стационарная ЗУ-23-2. На самом деле, дамба это говно. Потому Ну что да. там очень хорошо с березняки наблюдать подходящую технику. И оттуда, собственно говоря, ты в любом случае к ним выйдешь. Если ты пройдешь дамбу, ну их народ немного, но где 31-я высота, там могут тебя встречать. То Да есть один там не... человек с РПГшкой все пожгет грузовики Да, за вас. затор сделай просто и все. Ну Тем тогда более. мост подальше от дамбы. Может, нам пошуметь, а грузовики через центральный мост А переправить? без толку, никто не бегает на шум практически. Здесь даже так, то ты пошумишь, там надо полчаса ждать, пока они что-то силы стягивать будут. Да, Сообразительно. силы Слишком стягивать. ленивые. Сколько раз пытались вот эту вот обманку сделать, никогда не работает вообще. Ну, араш по мосту, не вариант. Не, Вот. пробовали уже. Тупо раш пробовали. Есть смысл оставить где-то машины и, ну, не оставить, Почистить точнее, сначала а хотя бы мост. пройти, да, хотя бы его пройти. Вот. Центральный мост, мне кажется, самый легкий для нас, потому что если ехать через ЖД мост, там попадаем между двух холмов, на которых очень легко Да. спрятаться, и нас обстреляют сверху просто. Да, там из А мост березники железный, да. подтянутся. А здесь Здесь тоже можно надо. осмотреться издалека, на Главное, московском чтобы центральном. автомобильный мост не взорвали, потому что все предыдущие разы СПН приходил и его бумкал. СПН, который севернее нас. А у них там еще группы ходят же. Хьюману может тогда через мост перевалиться и где-то в другом месте поджидать. Ну, БТР у лучше нас плавает? тогда вообще Под уйти. мостом. БТР у нас плавает? Да. Вот это я не знаю, наверное. Чё там А Хьюману он тогда какой? лучше? 80 или 70 какой-то мотор у нас. Ну, мы уже сказали, сидеть, ждать пока. Ну, пока сейчас решим. Может, тебе вообще надо ЖД оставить и идти на автомобильное. Прикрывать, помогать Хаттабу. Хаттаб же один там на автомобильном. Да.
ЖД вообще не нужен нам. Лучше им соединиться. Хотя бы один дополнительный человек, как живая сила, тоже хорошо. Конечно, вроде не могут выходить с дамбы с моста. Или а убрали то... этот триггер. Раньше было ограничение, потом вроде как неваляшка убрал. Точно вроде... убрал. Посмотри. Вроде убирали, они аж чуть ли не до дамбы доползали люди. Да-да. А можно к бэтеру прицепить грузовик и морем отплыть? Ну, если трос есть, можно, наверное. Это не считается за богоюзом? Да, почему? Нет. На трос. Наверное. Нарушение условности миссии только. Ну, мы преодолеем уже реку, преодолеем. В общем, мост автомобильный, да? В общем, мост, я думаю, надо подходить вот с нескольких направлений. То есть и отсюда. Как-то вот попробовать вот так вот. Машинки. КВ-шка общая будет или две разных? Тут надо подумать. Сначала-то общая она как бы не помешает, а потом может помешать. Хотя, в принципе... Да нет, у нас людей... Да, нормально. Полтора инвалида. Более. В общем, Human двигаешь на... Берешь машину или там что-то будет. Едешь на мост. Да. Я как ехать? По их берегу пойду, наверное, лучше. Ты можешь по железной дороге прям проехать. Не забудешься. Да там, по-моему, транспорта нету у тех, кто охраняет мосты. Угу. УАЗики были? УАЗики были. Не помню такого. А может, когда я играл за СПН красных, получается, мы приехали на автомобильный мост, там не было никаких УАЗиков, ничего был не УАЗик. Было. Ну, когда я играл за красных, у нас УАЗики были на каждом мосте. Ну, я не помню такого. Хаттаб, я, если что, примерно вот эту вот высоту попытаюсь занять, либо западнее. Окей. Только 2 километра ты долго будешь бежать пешком. А что значит там бы запад? Да мы пока доедем, успеем. Я так и не понял. Мы будем все вместе и разделимся. Если разделимся, то в каких составах, куда бы это уехать? Вы что-то обсуждаете каких-то отдельных людей, а в целом... Да. В общем, бэтер приезжает к грузовикам, грузовики открываются, грузимся в грузовики, те, кто на грузовиках, едем обратно по той же самой дороге, к которой приехал БТР, то есть вот это извилисто. И оттуда от военной базы движемся на юг к автомобильному мосту через лес. Паша, есть смысл в этом? В чем? Ну, если мы движемся на автомобильный мост, есть смысл нам не по железке двигаться? То есть, насколько мы затормозим все это дело, если мы по этой извилистой, а потом через лес будем двигаться. Лучше реально по железке. Может быть, реально все-таки они нас, по идее, не должны догнать? СПН может догнать. Он, во-первых, может не догнать, во-вторых, он может не атаковать, но следить за нами, докладывать, что куда группа движется. Они тоже на технике, да, на какой-то? У них УАЗик с ДШК есть. Один, по крайней мере, точно. Ага, ага. Давайте одного оставим на спавне. Пускай ждет. ПЗ, а кто-нибудь с грузовиками со мной появляется? Или я только один там просто зубцы условия? Нет, я появляюсь, репит появляюсь. Да. Ой, какие красивые маркеры стали. Нет, просто поражение, там, 3 грузовика, и я на одном уезжаю, и как-то не круто получается, там 3 остались. Нет, БТР еще на подлиге. Ну, БТР-то на базе. Грузовики могут взять любые члены нашей стороны. Да. Ну, я возьму один грузовик, не проблема. Иванчик один возьмет. У нас какая-то, у нас какая-нибудь машинка есть на этом? Да ладно, да народу мало, я думал, может быть, где район грузовиков зашкерить человека. Давай сейчас решим, по железке едем. Да. Что на железке может быть засада быть где-то, наверняка. Я вот это опс. Да не наверняка, я даже знаю, наверное. В каком месте оно будет. Да. На самом деле, по железке не сильно быстрее, чем по грунту будет ехать. А все-таки не дорога. Давайте по железке. Вот, сейчас поставлю. Отсюда
по железке. А потом через потом лес. Потом на юго-восток. Туда даже, вот, наверное, можно раньше наверх. Повернуть вот так. Ну, чтобы наверх не подниматься, объехать этот холм, и как раз вон туда, к домику этому подъехать. Вот, да, вот он нормальный. Кстати говоря, мы можем сколько-то пехотинцев переправить не через мост, а через воду вот, в районе отеля. Да. Они подойдут к мосту с той стороны и под прикрытием ветра завяжем еще будет, кстати, вот где-то поворот, идет красная линия, сделать высадку и пехоту отправить, отель проверить, потому что там в районе отеля в прошлый раз два человека было. Где-где? Ну, где туда, красная линия заканчивается. Туда да. Просто не заезжать туда, это все. И на 273-й может идти какой-нибудь. Да там везде были, да, если честно. По одному, по два. GPS-то есть у кого-нибудь? Давайте на это начнем. Нет. Бетра должен быть, наверное. Бетра. Водитель. А по высотам ориентироваться тут не проблема, в принципе. Мы на болото выехали, высоту впереди видим на юго-западе, на нее и двигаться, все. Какой тут GPS? Давайте. Они готовы уже довольно все. Ну все, мы тоже готовы. Давай. ДВшку проставим или... Так, зачем да, говорить? Кстати. Ну вдруг ДВшка будет, дальняя связь нужна будет сейчас. А кто написал КВ армии? Это не Спитер случайно в общий чат? Там же нет. На виде там видно дополнительный час верост. Наведи и задержи это, курсор на нем. Там видно будет, кто это написал, даже. Их даже теперь двигать можно свои. Даже, да, и можно, там вон есть в логах СВТ маркер, правда, со временем косяк. Вообще пока брифинг. Можно смотреть, где чей маркер. Вообще КВ общее, да? КВ армии. Окей, давай. На север смотрим сейчас сначала. Туда приехать не может. С севера приехать могут. Давай, я смотрю. А УАЗик здесь сейчас тоже заоблочен, да? Может быть. Может нам одно тело оставить с УАЗиком, пускай ждет СПН? Проследит, куда он пойдет? Ну да, и встретить, если что. Можно УАЗик оставить. Тогда человека надо... А в принципе тут эти грузовики останутся. Значит, я репит за грузовиком первым, наверное, самым дальним. Буду. А, нет, не, с УАЗиком. Нет, нет. Нам GPS ни у кого нету, да? У Беттера может быть. Нету. Нету? Хорошо. Сейчас. Просто колонну не поведу, я затуплю. На край до побережья доедем, там еще переформируемся. А давайте тогда это определимся, кто какой этот берет. Проект связи. Там бензовоз возьму тогда вот этот вот крайний. Крайний. Я тоже. Следующий хаматрак берет от бензовозов. Короче, я третью машину беру, да, считаем от той дальней. Да. От южной машины. А если перевооружить один из хаматраков? Не может, он появится. Кыш-кыш. А кто остается? Вырос тогда с УАЗиком останусь. Хорошо, оставайся, остальные уже готовьте. Эйс установки, 2 километра. Да, ходи, дорогу смотрим. Верус, отходи. Я тогда на холм, пока вот на тот поднимусь, буду там. На КВшке, да? Нет, да. Фарстрок. Беттер, вы уже едете? БТР. На связи. Вы едете уже? Базай должен иметь
поставить сейчас на карту. А, оставь, оставь ее на, за спину, убери просто, да и все. Как мы... Вот тебе как раз она и нужна, наверное, будет. Как... Вижу метку, вижу. Это с БТРом будем ехать. Как мы с тобой потом свяжемся? Полчаса, в 16:30 начали. По сути, короче, на час, или там, по Москве как. Чики-брики, не бегай по ЖД. Бегай, можешь попасть под обстрел. А СПН противник выглядит как СПН в горке или чё, или как там? Или сферы? Русский СПН. Ну, русский ГРУ. СПН, он ГРУ. В горке, да. ГРУ это в шлемах, да? Слышу, едут. Нет, без шлемов, кажется. В горке. С шлемами, не помню. Шлемами МВД, наверное. Помню, у них вроде эти бизоны или метрезы. И бегай ты перед стволом. Вы нас слышите? Мы выехали на дорогу. Все, готовы, мы можем ехать. А вы... Давай, по машинам. Дальше по дороге от нас, что ли, еще? А, все, вот здесь уже. Вы поедете, но мы прикрываем зады, да? Да, все, давайте, да. Мы едем. Когда все уедете, скажите. Репит выехал на бензовозе, вторая машина пропускает. Все, кто остался, садитесь. Там один должен остаться, вирус. Вирус, ты когда останешься, встретишь врага, КВшку сбей, чтобы рацию не смогли подобрать, не использовать. Выходи на связь, сам выставляй руками и назад возвращай. На карте лучше метку ставить, все, что происходит. Ну или так. Вообще, это только знает автор. А чё ты, Паш, это... Дороги по железке быстрее. Тупо по железке прям еду по рельсам. И чё? И какой у тебя? Догоняю. У меня 51. 52, 55, да, 58, 63, 60. Ах, да. У меня бензовоз. Ну, взорвусь я сильнее. Можно было переложить грузовик. Зачем? Ну, у них РПГ появился. Вообще. А зачем нам РПГшки? Чтобы нас шутали и выбили наш бетку. Лучше будет все отстрелять. Кроме осколочных. По мосту. Че, не по осколочных тоже. А ДВшка, кстати, у кого-нибудь есть вообще? Есть связь с мостом? Она была у этого. Кто там, Верос остался? Сейчас я выйду, ну давай. Понял, метки тогда ставь. Здесь. Здесь никого. Этот молодняк какой-то сидит тут у меня справа. В второй машине. Да это. С мостом связи нет, давай. Принял. Что, нам где-то это скоро уже, по-моему, да? Нет, нам еще на через болото проехать надо. Еще не скоро. А, мы прям через болото, что ли, пойдем? Ну, мы на болото, в конце болота выезжаем и поворачиваем на сопку. Ты можешь. А где нас можно здесь? С нас противник впереди, если. Максимально близко.
Скорее всего, ущелье, выход ущелья, скорее всего. А техника есть только у северного? Или у южного тоже? Передвижной техники ни у кого там, в принципе, нет, кроме как УАЗ ДШК, который посадит позади нас. УАЗик едет за нами по ЖД пустой, без пехоты, сказал Эрост. Прикольно. Один, что ли, значит, этот чувак? Наверное. Давайте мы встанем под деревцем где-нибудь и посмотрим железку нас. Попробуйте, мы доедем пока до болота там. Да есть смысл на повороте их встретить возле болота. А вдруг они там не поедут? А если бурдунки сейчас спрятать, этот УАЗик проедет? Гонзо, найди где-нибудь ёлку рядом с дорогой и встань так, чтобы сзади нас не было видно. А морду разверни нас. Так, подъезжаем к повороту на болото. Болот, наверное, остановимся, соберемся, быстро подождем, потом поедем на гору. Давайте здесь справа в лесочке останавливаемся. До нас да не доедет. Походу там его встречают. Кто рядом да. С этим? А. Стреляйте по трассе. Подъемка лежит. Чекайте, возможно даже УАЗик цел. Можно взять. Да, УАЗик цел. Я вроде не взял. Пацан еще может быть жив. Я поверху пошел. Он жив. Что-то он там кого-нибудь есть. То что? Бинокль есть кого-то? У меня нет. Игра там живучий чувак. Так, Пикатев, че вы? Я буду сейчас... Рэмбо. Не могли его по-другому выбить. Мы можем пока, в принципе, наверное, нет. Или не поедем на гору. Подождем. Подождем, куда без прикрытия лезть? А, окей. Блин, мне вот там не очень нравится это. Он после... живой, Куазик убежит. 273 высоты. Блин, мне сейчас какая-то фигня произошла, мне сейчас... Коридор там. Вон его отсюда видно. Подъем на 210 он где-то. Коридор этот. Коридор этот? А, и потом он уходит, вот как мы проезжаем. Ты боишься, что нас там встретит? Видно, там, возможно, за западной долиной будет. Может. Вообще, не должно. 2 километра дальность. Если они дамбу палят, то там, наверное, вряд ли видят. Только если услышим. Mm-hmm.
А что с Вересом, связь есть? БТРочка, свяжитесь с Вересом, узнаете, где он, что он. Уже связались, он сейчас едет. А ты с Урал? За ним. Урал. Какой Урал? На нем Верес едет за нами. Вижу вас. Живу. Да, свой там. Свой, свой, свой. Кто Урал наш лишь? Там оставался же один. Урал вражеский. Ага. Какие, по-моему, там. На Урале противник еще идет за нами. А вы уверены, что это противник? Вера подтвердил, что противник идет на Урале. Так же все. Чтоб не уехал, если что, по колесам не дайте. Направо и набоку? На 210. Как у вас там дела с противником? БТР. Нормально все. Вы уже едете? У вас захватили, мы ждем, как нам еще враг приедет. Понял, тогда давайте. Он что-то стоит пока. Видимо, спалил. Ну тогда валить. А они могли же выгрузиться или выгрузку вы заметите. Вас обойдут сейчас нахрен, расстреляют, валите оттуда. Нам надо расстрелять Урал, твои не могли ехать на нем, братан. Они могли высадиться с Урала и сейчас атаку планируют на вас. С берега его видно будет, я не хочу по жилетке ехать назад. Я по жилетке. Да дайте по колесам Урала, да валите оттуда. Вы грузитесь в БТР и едете с БТР. БТР уехал без нас. Прикольно. БТР. Ну у нас до ЧП Вольтик еще. Вольтик, кто уже сказал, блядь. Что за тебе скажу? Все, уйдет, блядь. Урбак, ну езжай, короче, назад на юг, все. Здесь нахуй. Дичь. А, Фанзай, короче. Я тебя не нашел, короче. Я перед... А, ну стоп, Фанзай. Я его не вижу.
Сейчас их сожгут нахер там, где стоятся они. Угу. Ну, им все равно надо, по идее, выбить их. Ну, господи, ну выбили Урал, да поехали дальше. Тут времени столько, пешком устанешь бежать. Отбил всю технику и уехал. Да. БТР, вы Урал наблюдаете? Людей там не забудьте подобрать. Мы по машинам. Рики, ты с собой. Ладно, да. Уазик, ты что хотел? Верста-то что там? Информация по Верста есть? Микрофон. Связи с Верстом нет, молчит. Он мог КВшку забить. Что надо менять? КВшке он, по идее, не должен был сидеть. Он только на ДВ. Я сяду внутрь тебя. Сиделки. Там, кстати, по маркера не обязательно переставлять, его же двигать можно. Mm-hmm. Да, мышкой зацепил и двигаешь, только свои можно двигаться. Что там, я не могу? Твой 1-1А. Едут. Че, продолжаем движение? Че, встали? Да офигеть, да, действительно. По машине. Блин, а как нам слезть с кормы этого БТРа, бля? Вперед, W нажми, лети как вперед. Смог? Все, движемся, да, 210, да, да. Азимут, 210. Гора. Может, один грузовик вообще поедет последним в колонне? А то они сейчас едут оба рядом. Возможно, да. Просто разряженно ехать, тогда меньше шансов попасть. А какова, кстати, цель? Нам нужно все четыре грузовика привезти или хотя бы один из четырех? По-моему, один или два. Два. Любых два. Или обязательно один заправщик и два один зарядник. Понял.
Сейчас я на карту гляну. Ну да, где-то на 210 так и ехать. Впереди, я так понял, железка там виднеется. Очень похоже. Да. Осторожно, камни спереди. Да, вижу. Кстати, здесь засада была в прошлый раз. Да, здесь ворон с РПГшкой бегал. Тут где-то на 160 нам надо уже будет ехать. Хаттап вышел на... На ДВ или на КВ? Давайте здесь сделаем остановку, гостиницу пехоты сейчас проверят на предмет пехоты вражеской. Те, кто не водитель, в машинах или в технике, гостиницу проверяйте на 140. Двигатели глушите. Нет, подожди. А если не свои? Как банзай, наверное. ДШК свой? Да, это мы отбили его. Понял, я уже стрелять хотел. Потом стреляешь. С горки я никакого движения не вижу, вплоть до отеля. А Хаттап на ДВ выходил или на КВ? Он на ДВ выходил, я написал новую ДВ для него, но он что-то там не переп... Гостиницу сверху кто-нибудь посмотрел? Слышь, подъехал. Я его в конечном нашел. Кто подъехал? Это Хима.
спине. Хьюман. Обычно же когда кто-то рядом проходит. Не, не лезь. Давно. Так, что у вас на автомобильном мосту? Нормально, Катап? Иман? Хорошо, тогда сейчас грузовики грузимся, пехота, которая гостиницу проверяет, ставитесь там, если вы не подошли, и грузимся в грузовики, едем в гостиницу, и оттуда уже будем проверять. Батер тоже к отелю смещает. Да. Хьюман, ты к мосту иди, смотри там, что происходит. Все в бэтре, кто не в бэтре? Да, все, я вот не слышу, кто-то. Я говорю, к мосту иди. ЖД, мы к автомобильному мосту шли, ты к ЖД шел? Да я не знаю, сейчас к какому-то вышел, там стрельба. Понял. Так, пехота, которая у нас не занята, двигайтесь к мосту автомобильному. На, я к ЖД мосту вышел. Это на 180. Отель уже чекали? Ну, пехота наша проверяла. Можете, чтобы не заблудиться по дороге, типа вот этой асфальтированной. Не заблудитесь. Чего? Вон. Может быть, Беттер переправится через речку? Да, Беттер переправляется. Пехоту выдвигайтесь, кто был не водитель, не экипаж техники. Двигайтесь по дороге, которая идет, начинается на 180. Стрельба была слышна. Хьюман проходит. В каком районе? На востоке. От колонны, стоп. Так, на секунду это. А гражданин Деймос это у нас играет или на той стороне? Он поставил метку в общий канал с меткой враг. Красный Деймос.
против нас он играет. В общем, они думают, что мы рядом с мостом. Он поставил метку на нас. У них там кто-то на мине взорвался. Не отвлекайтесь пока на них. А можно вместе с Беттером переплыть речку? Тот, кто открыл нас так здесь. Я рядом с Беттером, я пехотинец. Смотри, по азимуту 170 от Беттера есть небольшой холм. Переплыви там, посмотри, все, мы потом туда заедем. В реке уже и так свой переплывает. Вон ты бы. Чем больше, тем лучше. Так, я тут. А Хатап там жил? Хатап не отвечал. Да ему с походу спецом поставил за метку. Что там у нас происходит? Да он на нас поставил метку практически. Ты садился в машинку? В смысле, один-один АК лунную имеешь в виду? Это не мы. Да, Деймос просто на нас поставил метку, где у гостиницы. Мы же у гостиницы, так? Это я на улице. Ну, ну да. Мост ну. Взорван. А? Автомобильный мост взорван. Можешь сказать, может быть, доложили, что тут? Взорван? Воде мы там не пройдем. Я просто думаю, что мост он специально поставил метку в общий канал, чтобы мы типа быстро сваливали отсюда и... В общем, связался с... Там нигде мы не можем по воде проехать. Нет. Связался, короче, с Хатап. Так, всем, внимание, всем лечь сейчас своим, к твой лечь. Лягте, кто сон. Все принято, блядь, можно вставать. Видно, кого-то, короче, далеко от нас, 30 от метра, чувака, который то ли в гиле, то ли в чем. В общем, ладно, опа. Кто стреляет? У нас никого нету, так что кто стреляет? Свой или нет? Нет, патроны летели. Сейчас, сейчас на 130. СПМ, граждан. Бей, 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 бей. Стреляли, кстати, на 170. Мощь. Пехота, которая к мосту ушла, вы отступайте до Беттера. На автомобильном ловить от нечего. От Беттера 130 противник из леса подошел с той стороны реки. Поэтому тем, кто переправился, особое внимание на юго-восток. Да, если переправились, то до уровня Беттера, по берегу своему уже, где вы находитесь, мы будем идти на ЖД-мост, туда будем там переправляться. Надо Беттер туда отправлять, по всей видимости. Ну, пусть пехота отойдет, Беттер прикроют. Так, я не понял, что это на какой мост. Если есть трос, может попробовать переправить. Нет, ну чё, ты видел? Ты трос где-нибудь видел? Чё вы не чекаете лес? Но Беттера нет. Вообще, ты прощекли, нам сказали Беттеру обратно вернуться. Просто, если найти трос, можно попробовать между ЖД-мостом и мостом перебраться. Просто нужны карты перекидывать. Метров 200 глубиной, и смотрите. Петр, вы трос проверяли, есть у вас? Нету. Понял, нету трос. Слушайте, а мы нету троса, нету. Там же может сзади всё. Можно подойти их СПМ, да? Да. Круговой оборону за ним. Что-то назад не смотрим вообще. Блин. На какому мосту метку поставьте? На каком мосту что? К какому мосту передвигаться будете? Метку поставь. Метку мост. Вот, так на мост сам уничтожен же. Я что-то пропустил это дело. Автомобильный мост вроде как Бонзай довожу, уничтожен. Я пропустил, окей. Тогда я ничего нельзя делать. Насадка в технику. Где? За мост. Азим. Да. За речкой. Азим. Поэтому пехоте надо отходить и двигаться ну, по берегу. Вот это можно мне еще раз спросить. В лесу. От Беттера 220 свой в лесу через дорогу.
Через железку? Да. А Петра 220 это за рекой вообще? Это река. За рекой и за железной дорогой. Дальше. Банзай. Меточку поставил. Банзай, что так далеко делаешь за железкой? Да я тут посадку слышал и пехоту смотрю. А сам мне сказал, что 140. Все, пиздец, свой. Ты спросил. Банзай, ты тогда там, если там сидишь, двигайся в сторону уже до моста, тоже проверяй там противоположный берег. Поехал, поехал, ЖД, да давайте все уже надо стягиваться, в чем мы тут заняты. И остальные тоже давайте там к Беттеру, в Беттеру грузитесь. Пехота на ЖД мост, и потом Беттер подтягивает. Полный СПН на ЖД мост, стоп, поехал. Стоп, 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 вижу какую-то метку поставьте на блядь, мост, к которому двигаться будете. А, спецназ, короче, уехал за горкой на... На УАЗике, по-моему. Гонзо, переправляйся. А направление можете сказать? Сейчас метку дам, где будет сбор. От Беттера 210 в районе амбар. Уехали по дороге назад на полную скорость. Да, метка Гонзо. Черную метку колонны это я отдал, где мы собираемся. Тут колонна имеется в виду. А, это Беттер. Поставил марш. Желательно, чтобы на этой черной метке уже пехота все проверила. Понял, пехота? Ребят, меня слышно? Тебя слышно? Можете метку поставить на мост, к которому идти? ЖД мост, железнодорожный мост, Ж/Д мост, запад. Синяя метка. Понял. Писер. А остальная пехота, которая у нас задействована на автомобильном мосту, ходите по берегу в сторону железнодорожного и проверяйте там все высоты и лес. С колонна, здесь сидим, оборону держим, чтобы никто не зашел. Здесь самое удачное место у нас сейчас. Главное, чтобы с 320 сверху не зашел с РПГшкой никто. Я смотрю, ты... Прям, Фанзай, ты пошел вслед за СПН или нет? Да, пошел. Окей. 120 бегает. Останется дамба. Может, его уже нет. Вот и узнаем заодно. Все равно нам в сторону дамбы придется двигаться потом. Боюсь, мы не двигаться будем, а бежать нам 20 минут, почти чуть меньше 20-15 осталось. Какие-нибудь идеи есть, откуда нам посмотреть на район ЖД моста, если мы будем западнее или юго-западнее их? А ваша метка сейчас актуальна? Да, Беттер актуальна. С 93-й будет все это видно на севере? А, вероятно. Тогда нам нужно 2-3 пехотинца, чтобы они были на 93-й, чтобы мы сейчас туда подъехали. Банзай. Ну, у вас банзай там есть уже. От 93-й высоты 700 метров до самого моста. Там через горку и в низине он, они его не увидят.
Там просто 33-я, они просто его не увидят, скорее всего, за ней. Ну, просто ехать прямо туда, тоже для нас убийство, они из инвиза за нас просто вышибут. Может быть, есть смысл на 39-ю, это достаточно западнее, 93-ю, и оттуда вскользь просмотреть. Там как раз получается между 29-й и 33-й высотой сейчас нарисовано. Это можно сделать как последующий этап после 93-й, если там ничего не будет видно. Да, вы проверьте, посмотрите, но наверняка никого не будет на 93-й, самая безопасная точка. Противник у мина есть? Есть. А ЖД мост, он подрываемый, в принципе? Да. Только сложнее. С 39-й 850 метров до ЖД моста. Банзай, ты как, заходишь уже? На 93-й? Да. Да, я тут внизу. БТР, если что, я справа бегу от тебя. Принял. Бонзай лучше проверить, конечно, 22-ю и 33-ю, вот эти маленькие холмики перед ЖД мостом. Там наверняка какие-нибудь тюлени лежат. Скажите, с ЛПГХ. А я вот как раз бегу в сторону 33-й, 20-й. Отлично. Только я не бонзай. Ух, отлично. Это еще лучше. Как бы себя БТР за чужого не принял. Стоп-фуд. Все, кто рядом с ЖД мостом, метки на себе воткните. Хотя бы приблизительно, не обязательно точно. Нам знать кучность наших людей. И желательно в синий канал дополнительно. Я на 93-й, пока никого нет. Подъезжаем к тебе. Бонзай, с ним виден мост? Девочка. Да нет. Он высоко перед... 33. Мост живой. Визуальный контакт с мостом есть? Можно посмотреть? Сейчас нарисую маршрут. Можно так проехать или нет? Я вижу его. Нарисовал стрелкой маршрут. Без оптики не могу противоположно на другом берегу горку рассмотреть. Репит сразу от моста стрелка уходит по берегу, ты нарисовал, там можно только пройти, проехать не получится, там слишком вон, пологи. А, понял, очень жаль. Доктор, на позиции мы тоже не видим сам мост, он между складками скрыт. Ну теперь осталось, чтобы пехота проверила. Ну в целом, в принципе, композиция у нас неплохая, мы видим эти все холмы, вершины. У нас кто-нибудь на черной точке метки 1-1 колонна есть рядом в этом районе? Видимо нет, Виллс на свете. Да. А, значит, отвечаешь за машину, пойдешь с колонной вместе, я пошел на черную. Да, там есть 4 КЗ. Короче, я забираюсь на гору 33. Краб, один в 30, противоположная гора. Двое четырех. Взорвалось.
Точнее, не вижу их. Вижу только УАЗик по Азимусу. Трепит, вы не мост взорвали. Принял. Мост цел. Банзай, давай, пытайся нас навести, потому что я не вижу. А, вижу, все, я вижу, вижу. Сейчас они спустятся подальше, пока они убегут. А второй где? Вижу одного под березой, а второй где? Нет, там двое. Двое как сидят, противник выглядит с разных сторон. Один белый штаник, другой полностью зеленый. Понял, че. Иванчик, а тут кто еще остался? Я, ты, еще кто? А, Вилас и Чикибрики вон в углу сидит. Так, что-то газы убегают на запад. Кто в машину садится? Свои? ХЗ. Это не мы. Зай, что ты скажешь про машину? Или бетер или машина за бугу? 30. От бетера где-то на западе хлопнуло. Дверь машины. Чикибрики. Вот, я не знаю, кто. Ребята, активнее, активнее. Осталось 7 минут. Да все, пососан. Че, может, раш? Я уже почти вплотную, уже до моста. А давайте. Уже как по машинам? До моста близко, дымов накидывайте, да нахрен раш начинаем. Уже да, Мака, он двигается, пехота у вас есть там буквально секунд, наверное, 10-15. Вилас, да, в машину и вперед в сторону ЖД моста рашить. Кто уже до моста, сделайте Спарил. Это, дымов накидайте вокруг, чтобы это с боков не обстреляли. На горке 30. Прям уже до моста. Давайте, давайте. Колонна выдвинулась. В район моста. Едем по берегу, так что тоже слушайте, может по нам стрелять будут. Напомню, что у вас с севера два ЧТКЗшника, но они далеко на вершине, на горизонте. Попробуем их отсечь. Сейчас мы едем по пересеченке, тут скорость не очень большая. Вижу ЖД пути, сейчас на них выезжаю, еду по ним. Это будет быстрее. Бетер вижу. Помните, там сразу надо будет в синий круг ехать, поэтому там сориентируйтесь сначала по ЖД, потом на дорогу и через пересеченку, скорее всего, надо будет и ровно на юг ехать. Там как бы он не заминирован был, мост-то. Смотрю, я смотрю. Так, мины вижу. Или это не мин? Стреляют по мне из винтореза. Проехал вроде. На другом вот, берегу. Давай, замыкай колонну и езжаем вслед грузовик. Бьют по мне, бьют. Давай, 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 консул. Поехали, консул. ПКМ. Рашить. Полным ходом гнать, вообще без усилий заглядывать. Чего-то он, по-моему, стрелял. Вообще 50 км по ЖД. С СВД-ха бьет откуда-то. СВД свои. Так, давай, все, едем на юг. Дорогая. На 190. Что за
за нами. Ланде. Противника? Да. Сейчас примем. Там хоть за мной кто-нибудь едет хотя бы? Стоп, Косос. Налево берем на дорогу и бьем до синего круга. Гонзо, ты знаешь, куда ехать? Нам еще присутствуют березники. Давайте останемся, Гонзо, подправим свой. Иванчик, ты за мной там? Да. По дороге уже едешь? Да. На юг, налево повернул, да? Да. Да, я. Хорошо, все, гоню. Тут еще снайпер высунулся. Еще машина какая-то едет. Давай обратно с колонны подавим. А где конкретно у вас, где снайпер, точнее? Да на мосте ему еще. А, стоп, стоп, Гонзо, туда не надо. Я думал, Гонзо тоже уехал. Короче, мы их примем, если они поедут. Если они поедут, мы их примем. Наблюдаю район костра на воде, если там приезжать. Вроде как в синем круге, я что-то не понял, что не заканчивается. До города надо доехать. Может, надо в город заехать? Ну, едем. Едем в город. Надо в город заехать, либо в город. А чего не начать-то, да? Едем, едем. МБ через лес. Один доставлю. Ура! Да. На тоненького. Ладно, 6 врагов. Имею в виду, что последнюю минуту почти успели. Всех убили, всех застрелили.